Начиная с 2007 года, каждую третью субботу апреля отмечается праздник труда Подмосковья. В этот день чествуют настоящих профессионалов, людей, которые на протяжении многих лет трудятся во благо развития своего региона. В городском округе Люберцы виновников торжества поздравили в картинной галерее. Это событие не прошло без внимания нашей съемочной группы. Сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, специалисты в области строительства, дорожного хозяйства, представители научных и промышленных предприятий. Одним словом, в картинной галерее собрались люди труда. Те, кто по-настоящему влюблен в свою профессию. К нам в Люберцы хотят приходить новые производства. Мы их с радостью ждем, потому что это новые рабочие места, это налоги, это уверенность в завтрашнем дне, это, конечно, доброе имя нашего городского округа. Поэтому, уважаемые друзья, поздравляю всех с этим праздником. Желаю всем только, конечно же, новых горизонтов трудовых, чтобы всегда была работа, чтобы были новые контракты, новые какие-то задачи, цели, чтобы мы все вместе их преодолевали и, конечно, добивались успеха. Мы, наверное, один из самых таких на острие городских округов, потому что территория небольшая, население высокое, население все время обновляется, приезжают новые люди, идет большое строительство. Люди, кто здесь давно работают, помнят, как все это было. И действительно всегда люберцы звучали и звучат гордо, потому что лучшие доярки тогда не были, лучшие работники сельского хозяйства, промышленных предприятий. Лучшие в своей профессии есть и сейчас. И в праздник труда их заслуги отметили благодарственными письмами губернатора Московской области, а также знаками отличия и почетными грамотами главы городского округа Люберцы. Отдельное внимание уделили трудовым династиям. Супруги Нечаевы уже третье поколение семьи работников вертолетного завода имени Миля Икамова. Отец, он инженер. Он закончил ведущим специалистом по аэродинамике. Мама дефектоскопист, она тоже там больше 40 лет отработала. Бабушка 20 лет в свое время занималась сборочный тем, что убирала сборочный цех. Нужно иногда кому-то убирать за нами. А супруга вот она в КБ работает, а я слесарь-ремонтник. Эмоции, конечно, захлынули. Я расстроилась немножко тем, что здесь должны были представители его родители. Конечно. Они должны были здесь присутствовать. Ввиду возраста уже преклонного. Как говорится, слава богу, живы, здоровы. Здоровьем не очень. Поэтому не смогли, естественно. В перерывах между награждениями праздничный концерт. С Днем труда жителей Люберец поздравили артисты и творческие коллективы городского округа. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.